В очереди в кассы ежи, белки и зайцы. Для конкурса ТГК-14 ученики городских школ вспомнили даже популярные призывы коммунистических лозунгов. Выясняет, кто же такой добросовестный плательщик глазами детей, теплогенерирующая компания уже не первый год. Мы считаем, что нашего добросовестного плательщика нужно растить с детского возраста. То есть, когда человек понимает, что такое коммунальная услуга и что за нее нужно, необходимо платить, он и в последующем своей семье будет так прививать эту культуру добросовестного плательщика. Счастливые дети живут в тепле и свете, а дома носят шапки с логотипами ТГК-14. Именно этот рисунок счастливой семьи, согревающейся в своем доме под огромной шапкой, занял первое место. Принцип добросовестного плательщика лучше всех акварелью изобразила Анастасия Полуянова из 9 Б-класса. Настя нарисовала свою семью и выиграла ноутбук от теплоэнергетиков. Шапка у меня ассоциируется с теплом, и как бы семья сидит дома, у них все уютно и хорошо. Ну, они заплатили. И живут спокойно, да? Да, и живут спокойно. У лануденских школьников не смутила серьезность темы. На акцию с солидными призами откликнулось более 380 детей. Очень приятно было сотрудничать с ТГК-14 в данном проекте. Данные проекты для нас очень интересны. Мы их с удовольствием поддерживаем, поскольку здесь дети проявляют себя и в творческих способностях проявляют себя, и получают приятные презенты за это. Презенты получили абсолютно все участники акции. Устраивать их и расширять потенциальное число своих будущих добросовестных плательщиков ТГК-14 планируют ежегодно. Наталья Домбаева, Мария Латышева, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.